Кошка. Ну, посмотри его коробочку. Только чтобы в коробке. Как снимаешь, нет кота. Это вот у нас тут специально. Ага, сейчас он будет драть. Не, надо перевернуть, его туда посадить. Давай, сюда запихнем его. Вперед, вперед. Ну, посади его в коробку. Ну, надо его туда посадить. Только чтобы в коробке. Все, на камеру не лезем в коробку. Вот. Ой. Убежает кисточку. Давай, иди в коробку. Я не могу, у меня одна рука занята. Ну и вот тогда посадим туда коробку. Хочешь? Нет, дырочка. Иди, все спрятался. Все, нет, все. Ну да, фонарик. Где тут фонарик вообще? Кошка. Да, у меня телефон не возьмет. Вот мне-то его видно. Но у нас нужен осветительный прибор. О, кота посветить. Кот. А, это зайчик, ох, ты солнечный. Я не знаю, мудренка, да. Кот, тебе это слишком большая коробка. Не, ему такая не подходит, она слишком, видишь, подолговата, не той формы. Не, она не вызывает, так сказать, слишком большая. Мне интересно, там что-то вкусное пахнет. Кошка, ему надо что-то поесть, я чувствую.